я советую идти на самбо большую часть мальчиков, потому что много мальчиков, которые просто сидят в телефоне и вот это вот все. Когда я выхожу на ковер, у меня очень сильный страх. Очень сильный страх, прям гигантский. Потому что ты не знаешь, что будет дальше. Ты не знаешь, какой будет у тебя соперник, как он будет выглядеть, насколько он сильный. Ты только знаешь, что ты будешь бороться. Когда кончается тренировка, нас заставляют делать ОФП. ОФП включается 4-5 заданий. Каждые по 150 раз. Это приседания, отжимания, подтягивания и пресс. Самбо дает силу, ловкость, реакцию. Первое упражнение – отжимания на пальцы. Это задание мне помогает, чтобы делать крепкий захват соперника. Второе упражнение – это подтягивание. Подтягивание надо поставить руки широко. Третье упражнение – пистолетик. Пистолетик помогает развивать мышцы ног для борьбы, сохранять устойчивость.